культурно-спортивном комплексе «Уник» состоялся ежегодный день открытых дверей для студентов первого курса «Экскурсия по студенческой жизни». В рамках мероприятия прошел торжественный концерт и выставка студенческих объединений Казанского федерального университета. Но обо всем по порядку. Программа вечера состояла из лучших творческих коллективов в разных направлениях – вокал, хореография и театральная постановка. Свои таланты на сцене продемонстрировали вокально-инструментальный ансамбль «ТДХ», танцевальные коллективы «Маршмеллоу», «The Station of Свет», «Фэнти», «Кофеин» и другие. А также инструментальный ансамбль «Голова болит», ансамбль народной песни «Зорница», хор «Не хор» и театральная сборная КФУ. Зрители не только ознакомились с творческой стороной вуза, но и стали сценаристами шоу-программы. Вместе выбирали песню и спели караоке. Также на выставке были представлены добровольческие студенческие объединения, а именно правком студентов, спортивные и туристские клубы, Центр гражданско-патриотической деятельности, Ассоциация студентов деревни Универсиады, штаб студенческих отрядов и интеллектуальных клубов. Каждое объединение рассказало о своей деятельности и достижениях. Многие проводили игры и викторины, чем доказали, что внеучебная активность может быть не только полезной, но и веселой. Экскурсия по студенческой жизни. Здесь объединены главные направления, которые есть у нас в принципе в институте. Самые классные. Я стою на станции профсоюза. Экскурсия по студенческой жизни позволила первокурсникам окунуться не только в жизнь культурно-массового отдела, но и в деятельность карьерного клуба КФУ и четырех работодателей – ВКонтакте, Совкомбанк, Казань-Экспресс и Нефис. Студентам рассказали о своих стажировочных площадках и провели интерактивы. Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Универньюз.